приглашаю к стердауну. Это третий бой, мне кажется, он обещает быть интересным. 2 февраля в омском велотреке прошло взвешивание участников турнира SFC-6. В октагоне пройдет 11 поединков. Все бойцы уложились в вес и прошли битву взглядов. В главном поединке представитель команды «Шторм» Шлеменко Fight Team Александр Подмарев сразится с бразильским спортсменом Тиаго Кардосо. Настрой хороший, я готов к бою. Какой вызов? Он просто очень большой, очень высокий, весит больше меня. У него длинные руки, длинные ноги. Он, соответственно, будет, наверное, стараться держать меня на дальней дистанции. А мне, соответственно, нужно будет подходить как можно ближе, чтобы ему неудобно было бить. Следом за церемонией взвешивания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник, основатель промоушена SFC Александр Шлеменко, а также участники главного и соглавного боев Александр Подмарев, Тиаго Кардосо, Абдул Муталиб Гаирбегов и Луис Лаурентино. Сегодня вот у нас было взвешивание, к нам приезжают спортсмены с других стран, турнир проходит на высочайшем уровне. И раньше что нужно было сделать, чтобы подраться на высоком уровне? Нужно было с серьезными соперниками, с иностранцами. Нужно было полететь куда-то за границу, там получить возможность подраться и подраться. Что нужно сделать сегодня? Сегодня нужно приехать в Омск, значит, подписаться на турнир SFC, принять в нем участие и получить достойную конкуренцию и поучаствовать в турнире действительно мирового уровня. Александр Шлеменко поделился планами на будущее. Среди них проведение турниров промоушена SFC на самой крупной площадке Омска. В 2023 году ожидать нужно 4 турнира. Это один. Первый турнир мы начинаем такой, можно сказать, не совсем большой. Еще 2 крупных турнира у нас запланированы будут в G-Drive-арене. Этот турнир будет отличаться тем, что это 6-й наш турнир. У нас уже есть немаленький опыт. За плечами организации мероприятий различных, и в том числе и боев. Поэтому здесь будем стараться удивить людей. Это и световое шоу, и самое главное – это бои. Потому что все пары подобраны жестко и бескомпромиссно, то есть непонятно, нету мисс-матча. Бойцы поделились своими ожиданиями от предстоящих поединков. Я хотел такого сильного соперника, я просил себе сильного соперника. Я его получил, сейчас уже дело за мной. И у меня есть наработки, у меня есть свои заготовки. В Омске любят ММА, в Омске умеют болеть за ММА и разбираются в ММА. Поэтому здесь всегда приятно мне в Омске выходить. Я приехал из Бразилии не только чтобы наступить на октагоне. Я приехал, чтобы победить и возвещать историю бразильских бойцов и здесь. Я очень уважаю то, что Шлеменко организуют. Я здесь приехал, чтобы стать лучше и чемпион. Турнир SFC-6 состоится в омском велотреке 3 февраля в 18:00.